Банду геть! Банду геть! Банду геть! Живот. Я буду делать так, я считаю. Дерев, хей! Скоро дерев, хей! Это одна из бездомных собак, из троих собак, которые были убиты на Кибальте 3 февраля. Ми попереджаємо уряд, або ви негайно припините травити собак. Ні. Або сьогодні ми принесли собаку, а завтра ми принесемо вам яду, яким ви травите цих нещасних тварин. І попробуйте цього яду, і помучтесь так, як вони. І щоб ви подохли, собаки. Вот это то, что мы видим каждый день. Люди из окон дорогих автомобилей, из своих кабинетов не видят и не слышат, как они кричат, мучаются и часами, исходя пеной, умирают. За что? За то, что их выбросили на улицу, а сейчас они размножаются. Мы их стерилизуем, мы их пристраиваем. За что их убивают? Это не метод. Люди, я хочу обратиться к людям, что это за ментальность? Если рядом с вами убивают животных или издеваются, не молчите. Это наше общество, наши дети это видят. Человеческое, наше благополучие зависит не только от материальных ценностей. Яду принесемо, яким вони травлять собак. Нехай я зарву до чаю замість суку. Ну, ви хотите, щоб я ушла, хорошо? Як вони помирають, ті нещасні собаки? В яких конвульсіях і так далі. Хай спробують той яд, яким їх травлять. Масово труять собак. Це варварство. Варварство. Відмивають мільйони, десятки мільйонів бюджетних коштів на притулках так званих, яких насправді немає, бо то живодерні, а не притулки. І витрачають мільйонні кошти на те, щоб закуповувати яди і травити собак.